В одном из супермаркетов был задержан мужчина, который пытался украсть несколько коробок дорогостоящих конфет. На видео с камер наблюдения хорошо заметно, как молодой человек достает пакет и кладет в него коробки с кондитерскими изделиями. Покинуть магазин у предприимчивого гражданина так и не получилось. При выходе его задержали сотрудники охраны. В ходе личного осмотра уже в дежурной части у мужчины был обнаружен и изъят инсулиновый шприц. Полицейские предполагают, что на вырученные от продажи похищенного деньги он собирался приобрести наркотики. Данный шприц направлен на исследование. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье кражи.